Добрый день. Так, сегодняшнее видео будет посвящено одному из прошлых. Вот, когда-то записывал видео, как сделать шнур для подключения к ГБО. Вот, но время прошло, кое-что изменилось, и сейчас можно сделать все намного проще. Вот. И обойдется это где-то все в рублей в 140. То есть... И практически там ничего делать-то не надо, я вам сейчас покажу. Во-первых, сама колодка, да, которая будет использована вами, вот эта вот часть для подключения к диагностическому разъему. Вот. И самое интересное, вот я наткнулся недавно, это вот такой вот шнур, который уже абсолютно готов. Вот, то есть уже здесь находится микросхема нам нужная, PL2303. Вот, собственно, уже в корпусе установлен в USB-шном. Вот, и значит сам шнур с клеммами на конце. Вот, стоит это удовольствие 88 рублей, а колодка 52. Ну, 140 рублей примерно. Доставка бесплатная. Кстати, все ссылки будут под видео. Вот. И вот момент еще один. Здесь в описании товара, если полистать вниз, вот, то здесь уже, значит, собственно, написан черный кабель — это земля, зеленый кабель — это TX, белый RX, ну и красный — это напряжение 5 ватт. Но момент очень важный, мы его не используем. Можете посмотреть предыдущее видео, вот это устаревшее. Плюс 5 мы не используем. Вот они, значит, те, которые мы используем: черный, красный и зеленый, или синий, как он там, забыл я что-то. Зеленый. Вот эти три провода мы используем. И просто соединяем с колодкой. То есть делов, ну, на 5 минут максимум. Вот, как соединять колодку. Полно разных инструкций, схем. Вот. Тут, собственно, вот плюс не используется. Вот TX, RX, ну и масса. И на выходе будем иметь полноценный шнур для соединения с ГБО. Всего за 140 рублей без каких-то особых усилий. Итак, все ссылки на вот эти два товара, на колодку 4-пиновую, герметичную, водонепроницаемую, и на сам шнур с микросхемой, они будут под видео. Также под видео я размещу ссылку на драйвера для компьютера. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр.